Всем привет! В этом видео Кагик расскажет и покажет, каким образом я делал свой трек в стиле Алана Уолкера. Предупреждаю, что я не владею некоторыми терминами касательно музыки, все пишу на свой слух и знание. Так, погнали! За основу любого уолкерского вот стиля, вот музыки, лежит пианино. Надо написать мелодию и аккорды, которые будут подходить к нему. К примеру, вот таким вот образом я написал. Далее, то, что мы написали вот мелодию на пианино, мы это превращаем в лид или же в плаг. В моем случае я объединил несколько лидов, чтобы они звучали более так жирно. Далее, из того же музыки делаем басы. Так вот. Далее идет жесткий бас, пищатки, вот, который пищит. Он звучит вот так. И еще следующим образом. Опять-таки, чтобы жирно звучало. И вот, басы, которые вот дают музыке некую атмосферу. Их я сделал двое, так сказать бы. Ну и смотрите, данный вот звук сделан, ну, типа как эффект, можно сказать. Ну, переходим далее к драм-партии. Тут за основу лежит кик, клэп, хэт, такая вот штучка, перцинг, или как там, и хай-хэт. Также эффекты и крэш. Ну а в середине вот такой вот переход сделал, вы поймете почему. Так вот, слушаем, что получилось. Если вам понравилось данное видео, пожалуйста, поставьте лайк. Мне будет очень приятно.